Девочки, я к вам иду. Еще раз здравствуйте, девочки. Кто только подсоединился, присоединился. Девочки, у кого доброе утро сегодня, у кого спокойной ночи. Ну, кто проснулся среди ночи, как я вот тут, кемарю. Вы мне ночью пишите. Я читаю и сразу мгновенно отвечаю. Потому что я уже забыла, когда я спала. Нормально. Так что пишите, не стесняйтесь, вы меня не разбудите этим. Девочки, смотрите, фарш вот этот, вбила сюда два яйца. Одно было с двумя желтками, одно с одним. У тебя что Оля приносила. И высыпала сухари панировочные, их у меня немного. Девчата, смотрите, порезала вот этой шкряблкой капустку тоненько. И порезала цибульки зеленые, смотрите. И я хочу соединить вот это и пожарить просто котлеты с капустой. Я ж капусту люблю, девочки. Тем более сейчас свежая капуста. Чего ее вот это не готовить? Ну, скажите, девчатка. Они сейчас пожарятся на трех яйцах то, что надо. Не будут не распадаться. Но я так думаю, я не знаю. Я так никогда не делала. Ну, кабачки же добавляете. Я кабачки, кстати, никогда не добавляла. Ну, читала. И видео даже смотрела, как добавляют кабачки труд на терку. С котлетами, что они сочные получаются. Ну, я никогда, я вам честно говорю. Я что-то боюсь, а мне кажется, они будут сильно жидкие. Тогда туда надо, не знаю, что добавлять. А я вот что, девочки. Капуста, считай, три яйца, два желтка, они же большие. Ну, вот, в одном было, а в другом одно, один. Я думаю, будет вкусно. Я тоненько вот этой шкряблкой он сидела, шкребешила. Немножко. Передок новой капусты, которую я сегодня купила, я отрезала и сюда пошкрябала. Я думаю, будет вкусно, правда? Сухарики пахнут на всю катушку. И сейчас делаю такие котлетки. Даже себе возьму домой. Бо я такое люблю с капустой. Мне бы то сейчас одной капусты сюда побольше накрышить, а мясо так 200 грамм. И котлеты были бы то, что надо. Вкусные. Еще зеленого лучка. А сейчас летом, девочки, можно выдумывать фарш, что угодно фуговать, все овощи. Ну, только кабачки не знаю. Они же очень водянистые. Вот жарь кабачки, да? Даже если сцедишь, чи отожмешь хорошо, все равно оно... Мне кажется, не то. А капуста нет. О, немножко. Большой кусочек такой попался. Я вот пальцами поломала. Все, я солила. Хватит или еще присолить? Да хватит, я не люблю то соленое. Девочки, все, сейчас я пожарю по-бырому. Девочки, я еще борщ, вот я просто видео включила, я посидела уже, с собаками поговорила, повоспитывала их. Дикуся спит, девочки. Переляканный, он с переляку спит, бедный. Аж плакал и дергался вот так. Фу, я это не могу смотреть. Как жалко. Девочки, у меня тут масло уже налито. Сейчас я котлетки по-бырому. Да надо уже кидать капусту в этот, в борщ. О! Так, то, что надо сейчас будет. То, что надо. Борщ, девочки, такой наваристый, красивый, да? Уже я такое придумала. Девчата, да сейчас бы кому-то вот это, кому-нибудь, знаете, какой-нибудь шишки насыпать этого борща, то тут бы премию мне в такую выписали в конце
как съели. И заказали пищу. Вот такую вкуснятину. Ой. Сейчас еще и полку плечами собью, девочки. Девочки, я не знаю, где мой фартук. Он мне надо на стуле. Я где-то его сняла, куда его приткнула. Но я так его сильно и не искала. Вот он на день рождения. Я его последний раз в руках держала. А я его сняла, куда его запхнула. Не знаю, когда гости пришли. Не Оля с Волкой, а вот так, Оля с мужем, с Колей, помните, гости мои внезапные. Вот с Олей с Волкой я сидела в фартухе, а гости пришли, я сразу сняла. И с переляку куда-то его запхнула, на место куда-то положила, девочки. И будет. В общем, мясо у меня, девочки, тут 300 кило. И перец нафаршировала, и фрикадельки в борщ кинула, еще и котлет нажарю. Ну, конечно, если большими кастрюльками, то, конечно, фрикадельок там мало. Если в десяток перчиков сделать, то, конечно, 300 кило это, знаете, не шо. Так, 3, 5, 9 штук. 9 котлеток. Ну, 20 будет, девочки. Так что, девочки, с 300 кило мяса. И первое, и второе, еще и перец фаршированный. Ой! Девочки, артистка я с Погорелого театра. Артистка с Погорелого театра, девчатка. Девочки, все, надо делать капусту в борщ. Там уже у меня все. Кроме капусты. И я вам сейчас покажу этот борщ, девочки. Вы же не забывайте, как он называется. Сборный борщ. А то у нас сборная солянка продается в магазине. И борщ. Просто так. А надо, чтобы еще и сборный борщ. Я хотела еще, думаю, борщик сварю. Ну, я ж думала, что я сварю только с тушенки. Думаю, тушенки добавлю. Я ж знала, что она у меня есть. Полбаночки. Вот. И смотрела в этом мясном, где я мяско покупала. Ну, напротив там, ну, где я иду туда. Где я вам говорила, туда, к Варусу. Короче. И смотрела, стояла. Да уже хотела и взять кулечек попросить, набрать. Маслят мороженых. Думаю... Может, с маслятами борщ сделать, тушеночки и маслят. А потом постояла, посмотрела на них, думает, а не надо мне эти маслята. И пошла. И пошла, девочки. Ой, господи. Девочки, вкуснятина борщ. Я думаю, вы это и так поняли, а я вам сейчас его еще покажу. Жалко, что кто не может, кому тяжело приготовить, там есть женщины. Ой, девочки, крепитесь как-то, жить надо. Ой, самое главное, не просите у Бога смерти. То мама моя, помню, она все время как вот с Волкой жила, как она вот... Говорит, господи, хоть бы мне уже сдохнуть, как он ей нервы трепал. Как скажет, то как скажет.
самое главное не. Самое тяжело, вот говорят же, я знаю, девочки говорят, как тяжело, когда болеешь или что, Господи, дай смерть. Не, девочки, оттуда никто еще не возвратился. Хвататься надо за любую соломинку, только жить. Сейчас капуста такая, девочки, вкусная. Ни грамма горечи в ней нету. Вот я вот эти толстые, ну вот эти, вы поняли. Выбираю, смотрите. А они как мед. Ну, как это капусту сейчас не кушать, девочки. Покупать старую ту, замороженную в том борще. Как бы меня звали, я бы им готовила кушать. С удовольствием. Или у себя приготовила и вынесла во двор. Надо предложить. Надо предложить. Хай дает свою кастрюлю. Я искуплюсь даже. Чек принесу, что я потратила. Девочки, давайте я вас сюда, наверное, только без обсуждений. А, девочки, у меня телефонка немножко подзарядится. А сейчас я гляну. У меня тут сильно мало процентов. Сейчас. Вот было вообще 7%. Я как глянула, чуть с ума не сошла. А я же мясорубку включала, а зарядку выключила. И мясорубка торчит, а зарядка лежит. Сейчас я жду, чтобы девочки закипело, чтобы меньше огонь сделать на борще. Пока закипит. А тут уезжает сковородка на бок. Так, все, закипает. А тут переворачивать. Девочки, сейчас посмотрим, что тут с котлетами. Ой, пахнут, девочки, капуста с мясом. Ой. Девочки, держатся хорошо, вы же видите, гляньте. Не разваливаются ничего. Гляньте, какие котлетки. Я их протушивать не буду. Сейчас под крышечкой хай жарятся, правда? А что тут протушить? Капуста молодая, она уже мягкая. Гляньте, какие... Это слабовато поджарилось. Ничего, я буду переворачивать туда-сюда. Девочки, сюда еще можно одну котлетку влупить, десятую, правильно? Сейчас влуплю. Девчаточки, гляньте, как жарится хорошо. Вы видите? Красота какая. А пахнут. Сейчас еще одну котлету, чтобы даром не горела сковородка. И такие большие, вы же видите? На хлебушек положил, девочки, свежие огурчики вперед. Я и себе возьму, Мише, предложу. Может, будет. А не будет, я съем, правильно? Я тоже хочу иногда. Ой, девочки.
так. Гляньте, сделала меньше, совсем не кипит. Сделаю больше, перебор кипит. Так, шуляшок остался капустки. И там шуляшок есть. В общем, два шуляшка. Надо что-то придумывать шуляшками. А что там придумать? Хорошо. Это, скажите, хорошо говорю. Хорошего накидать туда и мяско. Чего-нибудь. Или стушить. Так. Девочки, вроде ничего и не делаешь, а устаешь, как собака. Вы верите? Вон люди борща не хотят покрышить. А я и то, и все, еще и посуду. Говорите, что я не мою. Ну, кто там? Балдеет. Тут с ума сходишь. Во-первых, что устаешь уже. А морально, морально. Физически, и физически, девочки. Вон ножичка болит. Ну, болит терпимо. Еще не надо идти в больницу. Но надо ее жалеть, конечно. Надо ее жалеть. Уже я же на колени станешь, уже еле поднимаешься. Девочки, гляньте, прогнала все мясо, и кусочка не осталось. Морковка и немножко цибульки. А мяса и грамма нету. Морковкой хорошо. Лук тоже уже сочный. Ну, что вас учить? А если кусочек морковочки еще, то вообще. Только не хлеб последний. Хлеб прилипает до мясорубки, хрен потом ее отмоешь. Я иногда вот так хлеб пропускаю в последнюю очередь, а потом думаю, что я вот это сделала. Лучше бы кусочек морковки пропустила. А потом сидишь, долбаешь, он как пластилин прилипает. Это все. Мяса и грамма нет. Все ушло. Все помою. Грею водички. И зачем мне колонку включать? Вот сейчас бы мне сейчас надо, вот, девочки, смотрите, чтобы горячей водой помыть, да? Мне сейчас надо включить колонку. Это, чтобы помыть мясорубку, это ведро воды уйдет, если не больше. Вы поняли, юмор? А нафиг оно мне надо? Потом выключить, да? Пойти помыть сковородку, включить колонку. Да, боже, сохрани. Я же говорю, если бы эта колонка была... Девочки, пусть мир наступит, девочки. Тут выжить надо, постараться. А то я буду думать о чем-то. Я вас умоляю. Нормальный человек, вот вы там нормальные, вы каждый бы так рассуждали. Даже тот рассуждает так, кто никого не коснулось. А кого это сейчас касается, девочки? Даже с противоположной стороны. С ума можно сойти. Это ужас. А я буду думать о воде. А ведро картошки посадить, да? Которую негде садить. Лес. С деревьев. Туннель. Чтобы сюда, девочки, надо, чтобы это что было, надо иметь раб силу дома, мужей, детей свободных, невесток, чтобы закатывали рукава вперед, зятьев. А у меня никого нет. Одно дитё больное, а другое дитё пашет, чтобы больного дитя помочь ему и маме. Водички. И хай водички постоит, правильно? Так, шуляшки мои попрятать. Завтра я им применение сделаю. Этим шуляшкам. Они у меня в обиде, капустка не останется, девочки. Я ее завтра пшик. Лучок, но я не буду его завязывать, чтобы оно не спрел, вы поняли.
Огурчики тут есть еще. Ольга Петровна вчера, наверное, их не заметила, бы они под капустой лежали. Морковку сюда положу. Ну, все, короче. Порядочек. Девочки, сейчас я вам борщ буду показывать. Уже телефон подзарядился. Сейчас, родные. Идемте. Так, все, это я помою, это помою. У меня порядок тут. Так что я Оле не оставляю посуду. А ну, девчонки, айда со мной. Айда со мной. Так. Видно все. Вот так вот. Я думаю, видно. Ой. Сюда. Тут котлетки. Вон они. Девочки, гляньте на этот борщ. Так, фарш, ты мне мешаешь. Сюда иди. Так, это сюда. Это помыть. Это сюда. Масло сюда. Девочки, гляньте. Девочки, гляньте. Это эти вышкварочки. Ну, мяско вот это. Сало, что я пожарила. Видите? Капустка. Девочки, гляньте, какой перчик. Ой, ляпнула на печку. Ну, ничего. Девочки, гляньте. Что я придумала. А? О! Перец как надо ложить у борщ. Вот таким макаром, девочки. Гляньте. И мясо, и перцем пахнет. В борщ ложим перец болгарский. Ложим. Гляньте. У меня же истерика на нервной почве. Ой, второй. Где тут он? Гляньте. Ничего не вылезло, ничего. Гляньте. Где тут вилочка? Гляньте. Все на месте. Видите фаршик? Ой, комедия. Вот это я, девочки, дала газу. А это фрикадельки эти, смотрите. И тушенка тут, девочки. Гляньте, фрикадельки, хоть их сколько? 7 штук, по-моему, чи 8. Это какая разница? Гляньте, по перчине нам будет, как по куску мяса с перцем, девочки. Тефтельки эти. Еще и зажарочка какая была, вы видели. Какое солко с мясом, девочки. Гляньте, кусочки какие. А? Девчата, ну скажите, что это плохо. Гляньте, какое салко с мяском. Девочки, гляньте, какая красотель. Я даже уже буквы не знаю, какие говорить. Ой, как пахнет ложка. Девчата, еще же кинула вот ту приправу для борща, которая... Да. Девочки, все, я его выключаю. Капуста. Девочки, но со сметанкой, перчик, борщ. А там и тушеночка попадется, и вот то салко, что я чуть-чуть его сделала. Там же одно мясо вы видели. И фрикадельки еще. Девочки, гляньте. Да. Кормить только иностранных послов. Чтоб они с ума сходили. Они не смогут рассказать, что они ели. Будут говорить перец, а у них будут спрашивать, так перец фаршированный. Не, борщ. Перец и борщ. На первое борщ, а на второе перец. Не, вместе. А, перец горький. Да нет, но они же не будут знать, что это такое. Не смогут объяснить. Побывают, как на необитаемом острове. Покушают борща, как на острове на необитаемом побудут. Девочки, а котлетки гляньте. То, что надо. Скажите, девчатки. С капустой в середине. 3 яичка. Вбила. Ну, 2. Только в одном 2 желтка. Ну, 3, значит. Девчатки. Видите, тут сильнее жарится, а тут нет. А мы вот так сковородку сделаем. Правильно? О, девчатки, гляньте, какие котлетки с капусткой, зеленым лучком.
со свининки. А борщ вообще, гляньте, песня. Вот так казан вот тот борща, девочки, гости, прикатывайте. Вот тот казан борща сделать здоровенный, вот тот, что у меня есть. Ну, сколько человек, только чтоб я знала. И столько же и перчин нафаршировать в борщ. Девочки. А еще и сверху, если галушек кинуть. И вот это, прикиньте, перчина, борщ, ребрышко, девочки. Перчина, ребрышко, борща, мыски только железные, насыпать большие. Литра на полтора мыска. Девочки, и скажите, и галушки, девочки, и юшечки. Ну, хорошо, капустки, ну, гуще хорошо положить. На водичку подлить. Девочки, идите на место. Бо я хочу съесть, девочки, поясница рыпит. Я думаю, у вас тоже, у многих. Поясницы кошмар. Девчата, и вот такой борщ мысяру, я жарю литра на полтора, хлебушка, чесночка, салка подрезать, может кто захочет и сырого салка, вкусного такого, потом что же еще туда, ну сметана, это не обговаривается, ну все, ребро. Перчина нафаршированная. Только с рисом, как положено. Ну, все, галушечки. Такие классные. Не рваные, а так, ну, как людские. На домашних яйцах. Только не маленькие, а так, знаете, положил перчину, положил ребра кусок. Штуки три галушки, такие, как перчина. Ну, не такие, чуть поменьше, это я уже бред говорю. Такие большие, тоже штуки три. И остальное борщом все залить. О! Это вообще, я такое рассказала, что это вообще. Это не песня и не танцы, это вообще. Рай на земле. Малышочек, где ты был? Куда вы про... Куда ты? А ты в пульке что-то забыл? Ты голодный? Вы съели по полкилограммовому каркасу. И еще вон по одному осталось, я вам их приварю. Будем уходить, я вам отдам. Вы их съедите на ночь. Ой, бедненькие, как они, я представляю, испугались. Боже мой. Скажи, и тебя не было, да? То хоть бы ты была, мы бы к тебе хоть бы под стул забежали, прижались. А так и тебя не было. Мои дети на произвол судьбы были кинуты. Дикусь, а что ты туда попёрся, лёг коридор? Лежал на кушеточке. А, ты уже выспался, воздуха, девочки, выспался. Но, девочки, и стонал, и дёргался. Представляете? И лицо вот так вот делает, и дёргался вот так, и стонал. Это он с переляку. Они сегодня переляканные, с утра сумасшедшие были. Бедные животные. Да бедные все девочки. Малышочек, тебе жарко? Маленький мой. Ну а что, тебя нельзя постригать? Все люди сказали, что тебе можно сделать только повредить коже твоей. Что тебя эта твоя шерсть защищает от жары. Ну не знаю. Девчонки, котлетки прелесть. Девочки, и ни грамма воды не было. Ни грамма. И капусту ж пожмакала хорошо, вы же видели. И мясо без всякого нашпигования. Без всякой воды. Тарелочку, девочки. Ой, девочки, мне так жарко уже. Ой, тут пекло. Ой,
борщ кипел, это кипело, чьи-то жарится. Я, чтобы вам было видно, чтоб не стоять жопой к вам, нет, не поворачиваться. Пахнут, девочки, сухарями пахнут. И этим, скажите. Капустой. И лучок зеленый дал свою нотку тоже. Старый старым, а зеленый тоже дает. Вкусняк. Так, это пожаренная уже. Бо я штукатурую потом попозже положила. Эту можно вот так сбоку немножко прижарить. Бо она какая-то кривенько получилась. И... Так, эту тоже можно еще прижарить. Эту. Да и эту вот так можно бочком. И эту. Это те, что с другой стороны, видите? А оно, гляньте, девочки, да? Красотища с капусткой. Сейчас, девочки, оно не прилипнет, я же знаю. Сковородка хорошая, редко, когда может что-то прилипнуть. У меня и дома хорошая сковородка. Это сынуля покупал, и эту. Сначала у меня вот эта появилась, а он потом мне другую купил, что дома у меня. Такая же самая, только, ну, какая-то другая. Ручка другая. Ну, такая... Такая же самая почти. Не почти, а да. Ну и все. Я думаю, ну зачем они мне две, да, там? А здесь, ну тут есть тоже вот эти свекровины. А вот. Ну я взяла одну и принесла сюда. И вот эту грилевую принесла один раз, девочки. Надо хоть когда-то на ней что-то пошкварить. Я на ней, по-моему, тут один раз мясо какое-то пожарила. И дома что-то поблатовала один. И все, ни разу ничего. Так и лежит он. Тоже с хорошей фирмы. Девочки, жарко, и так уже устала. Во-первых, устала морально сегодня. Морально. Но все равно нормальная. Вот видите, девочки, я отходчивая, я не помню зло. А девочки, сегодня сидела с Ниной, с этой, ну, соседкой. А у нее же, помните, я вчера говорила, что мужа видела вместе с ней, она спускалась с палкой со своей и еще и с ходунками. И мужа мужчина вел под руку, еле спустил по ступенькам его. И я ей не сказала, что я видела. Не, ничего не сказала. Думаю, оно мне надо. Она сегодня говорила, говорит, что, ну, он же Анатолий, ее муж, он, ну, он второй муж у нее. У нее сын вот этот, что 59 лет, я вам говорила. Он не родной ему. Но она с ним прожила. Ой, надо, она мне говорила, я и забыла, сколько лет. Ну, прожила хорошо. Вот. И, короче... А он бывший военный, 25 лет он служил. Да, 25, она даже сегодня повторила. И вот он ест по часам. Вот. Но он готовил кушать все время, девочки. Вот это она и бегает, покупает. Он же когда еще вот ходил, я же вам все время говорила, он искуплялся, ходил, у него же колено. И он и готовил, она мне сама говорила. Он кушать готовит, он и борщ варит, и все делает. Вот. И вот он, когда я если выходила, она сидит во дворе на лавочке. Хороший, он такой спокойный дядечка. Вот. И это. И вот он сидит. Ну, если получалось, что я выходила сюда, шла, например, да, или в магазин, она сидит, то не всегда, но могла подходить. Она что-то мне махает, иди хоть на секундочку. Вот. Ну, я же иду. И это. И если там где-то полвторого, например, да, уже он ей звонит на мобилку, она говорит, все, пошла, обед. Он зовет, уже приготовил обед. И он кушает по часам, как бывший военный. Режим дня кушает по часам. И сегодня она это мне повторила. Говорит, борщ, говорит, вот это я сварила борщ и солянку, и холодец брала. Он кушает, вот десяток котлет 100 гривен стоит. Ну, наверное, пенсия же у него хорошая. Ну, и плюс сын ей помогает, копеечку подбрасывает. Вот, раз может даже полуфабрикатами борщ купить. Ну, это перебор. Порезать. Я ей говорю, а ты гуляешь, вот сегодня с Манькой на 6:30 уже сидела у меня под окнами, тарахтела. Ну, с собакой. Вот. Ну, а собачка жавкает все время. И это. И я ж с ней то лялякала через окно. И это.
И я говорю, гуляешь вот с Манькой? Я говорю, сегодня ты в 6:30 сидела. Взяла бы картошечку с собой, морковочку, цибульку. Сидела бы, чистила, Манька хай бы бегала в туалет каждые 5 секунд. Она ха-ха-ха смеется. Я говорю, что тут ничего смешного нету, я тебе серьезно говорю. А вот. Ну и все. Я говорю, не нон. Я на нее не нон говорю. Я говорю, не. Балдеж, капуста 10 стоит, а ты переплачиваешь бешеные гроши за старую капусту. Там же ей молодой никто не покрышит. А там такое все. Я говорю, це перебор ты робишь. Она, я не хочу вот это стоять у плиты столько. Девочки, кусочек котлетки было, подала. Я съела. Ой, капусткой пахнет. Вот. Ой, девочки, все. Котлеты сейчас последняя сковородочка. Да и все. Оля идет уже. А сколько же время? 5 часов. А что она так рано? То обычно 6:30 прикатывает. А то 5 часов уже пришла. Сейчас узнаем. Может, директор подвез. А что ты так рано? Тю. Да она разговаривала. Я же еще не мне же не для галлюцинации. Оля пришла, да? Оля пришла. Ну. Малыш, гляньте, кидается, играться хочет. Идите с Олей играйтесь. А что, она в туалетную пошла? Ну, на 5 часов пришла. А может, часы опять отстают? Я же даже не знаю, сколько времени. Что ты так рано? Котлетами пахнет. Рано? Как да. Всегда. 5 часов или опять отстают? Отстают, наверное. Да. Я думаю, да. Я не знаю. Ой. Как всегда. А может и 5. Я не знаю, у меня телефон занятый. Ну, я сидела в 29-й на... Ну, там, на конечной. Малыш! Было бы с 25. Что я... Только 20 минут ехала, пока дошла. А где ты смотрела? В телефоне? Да. А где ж? Не знаю. Да. В АТБ зашла и вышла, и все. Может, и правда, я не знаю. Так, не лезь. Укусил меня только что. Дик. Из-под тишка наказывать. Надо наказывать. Я как забахнулась. Эти игры, когда кусаются, не годятся. Ага. Нашли себе. Ладно, там подпрыгнули, все. А кусаться нельзя. По зубам надо давать. Что это за выходки? Я не достала. Я замахнулась. Что за кусание? Надо доказывать. И он убежал. Уже да? Ж не суд. Уже ж не суд. Ага. Ноги ж не задирают. Поняли, что нельзя? Поняли, что ссать нельзя? Вы получили тряпкой под хвост во время поднятия ноги? Ага. Они все понимали. Видишь, прогнала, подскочили ко мне, поседали. Ага. Кусаться нельзя. Играйтесь, оно не кусаться ж. Да, Дик, да. Ага. Не надо лезть, все. Да. Они все понимают. Да, пошел. Пошел, да. Грызнул. Ага. Я за кусание буду, я не знаю, буду по зубам давать. Нарвала тебе вишен. Ты же не ела еще. Не ела. А ну, хоть одну. Что ты там уже? Да там, я несла туда. Принести? Не надо, вон огурчики с палавкой. Ты вчера их не нашла? А я их и не брала, там были. А. Там же были. Ну и все, сейчас уже котлеты. Ну вот это, две сковородочки только. Хамнюк. Ага, хамнюк. Нет, за это надо ругаться. Я говорю, они грамотные очень. А то так раз развешу, ага, второй потом раз. Потом загрызут. Да, и начинается. Горло перегрызут. Ага. Нападут. И видишь, понимают сразу.
Ага. Играться можно, но не кусаться. Конечно. Все? Ничего не брать. О, я там такое сварила в кастрюле. Супик. Говнюпик. Супик. Чтобы я супик не варила. Сковородку надо. Нет, это сковородка хорошая. Какую? Я только сижу, говорю, какая сковородка хорошая. А, я думала, она прилипает. Оно, нет, ты нет. Просто поддеваешь. Я поддеваю, что. Ой, я ложила котлеты на холодную сковородку. А, ага. Что? Зеленый борщ? Простой борщ. А, борщик. Да, 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 да. Смотри, сковородка. Конечно. Смотри, полная кастрюля. Ага. Все это я принесу сейчас. Ой. Так, девочки, котлеты дожарятся. А потом покушаем, собакам проварю. Каркасы эти, ну, сырые, нафига не надо, правильно? И, ну, и все. Придем сюда. Кто что будет делать? Я и полы протру, и все. Я всегда все делаю, так что, чтобы никто не думал, что Оля делает, а я не делаю. Я вон купила, наготовила, это что, не труд? Девочки, апельсины и яблоки лежат. Спаски. Не, ну яблоки я позже, когда я форшмак делала вот тут. А апельсины спаски. Едаки. Так, девчонки, ну что, все. Лучок потом, кулечек куда-то. Сметана. А, вот же сметана, хоть бы не забыть, борщу. Новая, сегодняшняя. Ой, это лимон, девочки, надо же до ума довести. Порезать баночку-то сахаром засыпать, девочки. Сегодня обязательно сделаю, вон крикнет. Такой лимон хороший. Натуральный, не тоненький. Вот я тонкошкурые лимоны не люблю. Оно как не лимоны, как какие-то гибриды, наверное, да? А вот это классные лимоны. Гляньте, какой лимон, да? Вкуснятина. Тут одну корочку скушаешь, вкуснятина погрызть. Так, малыш, будете кусаться, будете наказаны. Ссать я вас отучила ноги задирать в кухне. Так же само, Дик, а ну иди сюда. Если будете кусаться, вы у меня получите, вы поняли? Что это такое? Что это за игры, если вы из-под тишка подкусываете? Что это не игры. Это вы между собой, девочки, они между собой как начнут вот это вот грызть друг друга, как им не больно? Или они за кожу, так а кожа? Ладно, малыша, за волос, за патли, да, Дик? А Дик? Он его тоже как начнет зубами вот так вот, и за шкирку, и кругом вот так вот грызть. И за ноги, за лапы, сзади. Неужели им не больно? Ну, так же самое и нас. Меня, малыш, ты все время стараешься схватить за штаны или за ногу. Мне такие игры, как ты с Диком играешься, малыш, слышишь, не подходят. Мне такое не надо. Это вы между собой. Так, девчоночки. Все, родные. Буду я снимать котлеты. Спасибо за внимание. Испугалась. Оля воду открутила на улице. А вот же оно шумит по трубам кругом. Я испугалась, девочки. Фу. Думаю, что же оно шипит. Тут же, девочки, если воду перекрыть еще надо. В погребе кран. Вот кто такое мог сделать? Только свекр. Я тащусь. Девочки, будьте здоровы, родные. Всем, девочки, кто сейчас проснулся, девочки, можете мне писать, что я не сплю. И я не сплю, читаю вас. Девочки, здоровья вам, мира. И извините, может, кого чем-то обидела, может, словом каким-то, или взгляд не понравился. Извиняюсь, я сразу извиняюсь. Будьте здоровы.